Полотно сразу на 7 дорогах Владивостока отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году. Работы запланированы на улицах Никифорова, Героев Хасана, перекрестке Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Нейбута, Авроровской, Иманской, Комсомольской и Сафонова. Как сообщили в Краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на этих объектах будет проведен комплексный ремонт. К примеру, на улицах Героев Хасана, Никифорова и Сафонова уже проложили 140 метров новой ливневой канализации, а также начали укладывать бордюры. Частично работы уже проведены и на перекрестке Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова и Нейбута. Сроки проведения работ 30 августа. Предусмотрены там на объекте такие работы, как восстановление дорожного полотна, инженерных сетей, сетей ливневой канализации, тротуаров, установка автобусных павильонов, ну и мероприятия по организации дорожного движения. Это разметка, знаки, искусственные неровности.